Люди недавно обнаружили сейчас, что у многих куртка испачкана в масле. Вот. А мы посмотрели, что может быть этим маслом, и обнаружили, что это похоже на Литол. А вот это кератин. Ну вот они все, по периметру, весь шкадливый забор. Вот, Литол. Обычный Литол. Ну вот. И они его сейчас решили измазать. Это Мичуринский 30, повторюсь, Б. Вот. И сейчас они решили просто мазать людям куртки. Очень многие люди пострадали. Сейчас вызвали полицейских. А полицейские так не подошли, что ли? Да, документы несут. Нет. Документы раз, а обмазывание Литолом. Мы же вызвали полицию. А это мы сейчас, да, мы определили, что у вас оказывается забор не по технике безопасности обмазан. Чем, как он называется его? Литол. Литол? Да, замечательно, да? То есть ребенок, который подойдет, тронет вот это вот лизнет, отравится. Вы посмотрите, что это такое? Это что такое? Все обмазано. Да, это все обмазано Литолом. А, ну да, 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 да. Такой с маской здесь. Вы мне обещали. Вот привезли документы. Конечно. У меня ответили на вопрос, законно ли, что специально поставлен автобус, там находятся какие-то люди, неизвестные люди. Кто они? А может, они террористы? А я вас прошу, нет, я могу документы взять, я спрошу, осмотреть данный автобус и выяснить, на каком основании ведется видеозапись, постоянная, как минимум на 4 видеокамеры. А, кстати, нет предупреждения, что ведется видеонаблюдение? Нет, мы предупреждаем, мы показываем камеру. Как здесь нету видеонаблюдения, предупреждения. Сергей Сергеевич. На каком основании ведется видеозапись в этом автобусе? Зайдите в автобус, проверьте документы. Куда, потом будут эти видеозаписи предоставлены. Сейчас у нас Екатерина Янгалычева, депутат Мосгордумы, проверяет документы. Блин. Ага. Ну, я вижу депутатом измазанный газ. Да? Мы определили, напомню, что у всех людей были измазаны маслом. Нет, вот периметр, видите, полностью измазан. Да вот там тоже. Вот сюда банду сейчас надо ловить. Вот тоже. Вот тоже. И специально руки вытирают об одежду у людей. Это провокация. Они провоцируют людей на противоправные действия своими действиями. Да. Так, вот сотрудники полиции пошли, надеюсь, проверять. Вот это видеокомандный видеопункт. Тут пройти люди не могут, тут перегорожено все. Почему там? Там тоже небось масло, осторожно. Что делаешь-то? Отойди, пожалуйста, отойди. Территория города Москвы. Я иду с сотрудниками полиции, которым только что... Сейчас меня будут зажимать. Будьте добры, подпишите две устные заявления сотруднику полиции. Сотрудник полиции, не воспрепятствуйте. Будьте добры, товарищ лейтенант, подойдите сюда. Товарищ лейтенант, вы меня слышите? Меня люди блокируют. Они заблокировали. Незаконное удерживание. Незаконное удерживание. Неизвестные люди, похожие на бандитов. Сейчас есть большие вопросы к сотрудникам полиции. Покажи личико-то. Запишите нагрудный знак. Сотрудник полиции игнорирует мои законные требования. Люди в оранжевом заблокировали несколько людей. Никуда их не пускают. Люди, выпустите. Вы что творите? Ты что делаешь? Люди, вы что творите? Отходите. Полиция! Смотрите, что делаешь? Полиция! Требую он сюда сотрудников делает. Полиции! Не нарывайся. Отпусти человека. Разблокируй. Он незаконно удерживает людей. Разблокируй человека.
незаконно удерживать людей. Где? Он заблокировал. Он там ногу держит. Вон, видишь? Не дает пройти. Так, немедленно разблокируйте людей. Ваша видеозапись с вашими лицами будет приобщена к заявлению в полицию. Вам нормально, спокойно обращаются. Ходите, молодые люди, вот открыто все. Почему открыто? Там очень узко. Там очень узко, чтобы я прошел. У вас на всех будет написано заявление в полицию. Не сомневайтесь в этом. Это городская территория. Открой. Сейчас капот. Сюда уже едет адвокат. Будет написано заявление на бездействие сотрудников полиции. А по всем внешним данным, похоже, что человек ненормальный. Он, видимо, не в себе. Он даже не слышит. Он не в себе. Или он под наркотой, по моему мнению. Возможно, он под действием каких-то веществ. Да, да, да. Каких-то веществ. Он перекрыл городскую территорию. Правильно. И не пускает пройти жителей. Да, 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 да. Вот да. Забор держит, да, голову опустит. Вот, да, 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 чтобы его никто не видел. Сейчас там полицию пригласим и попросим тогда вот здесь. А полиция сейчас пришла вот за тебя, постояла, о чем-то спросила и ушла. Мы сейчас пригласим тогда полковника Николаева. А это что такое? Стоп, секундочку. Это что такое? Вы создаете угрозу моему жизни и здоровью. Ребята, угроза, исходящая от вас, я оцениваю как реальную. Я требую вас убрать заграждение. А вы сейчас находитесь в моей жизненной пространстве вообще-то. Это территория города Москва. Полиции. Улично-дорожная сеть. Тут незаконно удерживают людей. Требую пресечь это. Арестовали, Рома. Ёлки-палки. Арестовали. Сотрудники полиции Западного административного округа в очередной раз бездействуют. Так, господа, читайте Конституцию Российской Федерации. Каждый, кто находится на территории Российской Федерации, вот видишь, еще один пришел. Вправе передвигаться свободно. Предоставьте доступ, пожалуйста, моему товарищу. Видишь, арестовали, Рома. Вы незаконно препятствуете. Отойдите, пожалуйста, от барьера. У вас права на установку этого барьера нет. Никаких полномочий нет. Отойдите от барьера, пропустите товарища. Они сначала литолом, понимаешь, марш. Проходи, проходи. А проходи, потом... Сереж, проходи. Что не-не, у вас кто? Кто не-не? Пропустите людей, вы их прижали к автобусу. Они не могут проходить. Я хочу подойти к депутатам. Так, вы препятствуете людям. Вы нарушаете Конституцию. У вас полномочий таких нет, препятствовать людям проходу людей. У вас нет полномочий препятствовать проходу людей. У вас вообще документ есть, у вас охранное предприятие? Вы кто такие вообще? Да, вы кто такие-то, я какие-то, нет? Бежиков нет, а? Фамилии нет. А кто нет? Такие? А проверьте, давай, пожалуйста, документы. На каких основаниях Сереж, они проходи. Вообще считаются охранниками? Вот вопрос. Кто вы такие? Кто господин сюда? Полицейский, кто а вы куда пошли? Вот так у нас полиция помогает народу. Вот полиция выгоняет отсюда, понимаешь? Но не туда. Ну вот, я незаконно... Этот забор... Я послушаюсь незаконно требования полевого полицейского. Пойдемте, пройдем. Катя. Тебя зовут. Надо ставить машину. Да, сейчас. Он убежал уже. Ну, подумайте, нужны ли вам эти деньги? Люди. А, кстати, там заблокировали людей, получается, да? Перчатки, которые вот эти все в масле. А, нашли? Да. Ага. Вот они везде, наверху, на масле. Мешок носил мужчина, такой щуплого телосложения. Пойдемте посмотрим. Черный Бёрбери. А, он ходит там. Я уже смотрела. Земли надышите, будут проводить. Виталий,
Вот понимаете, получается так, что вас убивают, а вы должны пойти написать заявление, что вас убивают. Нет, подождите. Понимаете, по новому законодательству получается. Предъявить. Вы не хотите посмотреть? Сейчас будут изымать, если вы заявление будете изымать. Ой, мать, они сейчас это выкинут, и вы не увидите. Пока это есть, пойдемте вам покажу, где это находится. Знаете, нет никаких документов ни у кого на этот работу. Поэтому граждане имеют право проходить здесь без препятствий. Ответственному подойдите, скажите. Как? Вот Николай? Давай, приезжай. В мешке перчатки, смазанные от этим символом. Они пачкали нас. Да? Пойдемте, мы вам покажем. Пойдемте, пожалуйста, зафиксируем. А это преступление. Почему они там находятся? Давайте. А тогда, извините, на каких основаниях этот забор и на каких основаниях этот асфальт, если нет документов? Эти мешки, да. Да. Эти мешки, если у них документов нету. Вот мы идем к Сереж, Сереж, смотри, он говорит, что чего не видишь такой? Да, вижу. А что вы здесь стоите? Вы пропустите там? Господин полицейский, пропустите. Сереж, проходите, пожалуйста. Вот смотрите. Вам устраивает на часть надо, что ли? И вот сзади вас стоит Чепунов, прям кошка еще едет. Посмотрите, вот, повернись, 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 голубчик. О, ничего. Я вся спина в шоколаде. Да не устраивает. Он работает. Я короче, взимать не будем, да? Значит, собрать их и сделали. Почему? Они вот сейчас поставили ограждение на территории городской нашей. На нашей городской территории сейчас совершается правонарушение. Когда мы нарушаем правонарушение, вы как, хватаете нас и в автозак. Вот, люди совершили правонарушение, еще и поступление, еще и измазали. Понимаете? Вы это прекрасно понимаете. В таком случае. Значит, нам... Вы нас сейчас заставляете думать, что вы заинтересованы в этом деле. Здесь получается конфликт интересов, да, получается? Нет, нам только что пообещали, что их сейчас всех заберут. Все, мы ждем, что сейчас всех заберут. Не надо командовать мне, ладно? Подождите, а как вы разговариваете с народом? Господин полицейский. Это потому, что мы... Так, что? Что такое? Что происходит? Сейчас вас... Сейчас, господин полицейский, у вас нету документов на это. У вас нету документов. Документы вы не предоставили. Значит, это незаконно. Значит так, значит, мы первое. Мы люди. А вы нет. Нет ни единого документа. Мы сейчас проверили документы. Вы представляете, как вас представляют? Сейчас вас всех заберут в отделение. Вас сейчас увезут в отделение. За то, что вы измазали, или кто вам, будут разбираться, кто из вас измазал все вот эти вот заборы, все вот эти цепи. Здесь 200 кодов, понимаете? То есть ребенок, который взял, схватился за этот забор, а потом сунул ручки в рот, что с ним будет? То есть он отравится, если он умрет? Девушка, которая была в полиции, это преступление, которое кто из вас совершил? Кто толкнул на это преступление? Вас, вы понимаете? Вас тупо подставляют.
поставляет. И вы еще тут воюете за этот забор, который незаконен. Все, ушли. Ой-ой, сейчас зажмешь наших девушек. Родина кинет тебя, сынок, всегда. Ура. Молодец. Ну что, так и документов и не было предоставлено. А нету их, просто документов. Есть документы только, да, есть документы только на строительную площадку, на ограждение вот этой территории, на вот эту дорогу, на замуровывание канализационных труб. Нету. Там нет ни подписи. То, что вы предоставили, вообще не имеет никаких. Филькина. Филькина грамота. Это распечатки с компьютера. Я сейчас... Да? Нет, это не копия, это распечатанный. Нет, вы зачем опять врёте? Это не копия. По закону у вас должны быть подлинники, именно подлинники, даже не копия. Либо, это вообще, это мне Николай подал. Либо заверенная надлежащим образом копия. Заверенная надлежащим образом, это подразумевается у нотариуса, с синей печатью, с нотариальной. Если наша полиция бездействует, значит, надо позвонить в центральный МВД. Находиться на объекте, и вы обязаны их предъявить по первому требованию граждан, любых граждан, не обязательно даже полиции. За 10 дней там. И не местные жители даже, просто прохожие. По закону. За 10 дней. А он что там делает? А, кстати, повесить вывеску, что вы за 10 дней делаете какие-то работы. А? Вот эти вот работы, у вас должна быть вывеска. Где у вас вывеска была за 10 дней? Люди добрые. Вы перегородить тротуар. Должна быть вывеска за 10 дней. Нет, у вас за 10 дней вывески не было. В загородке вообще прав никаких нет. В Конституции написано, что... Где у вас сейчас здесь хоть какая-то вот доска, что ли? Что здесь производится? Нету. А он там что написано на доске? Работать на нормальной работе надо. Роман, а Ром, а? Смотри, какая хитрая система. Посмотри, а вот там что у них написано, интересно, на бумажке? Вон. Обходите. Обход написано. Просто обход написано обход, то бишь... Обход по проезжей части. По проезжей части, да, с утра. Люди, то бишь, у нас нету никакой информации, что здесь происходит. У нас не может быть по проезжей части проход. Нет, ну просто сама информация должна быть. За 10 дней должна добыть информацию, что происходит, что здесь делается. Документов нету на эту территорию у вас. Нету. Веревочки обрезайте вот эти и убирайте все это пути. У вас нет никаких. Какая ты? Так, и что это? Что это делают-то, не пойму. Сказали, не ставить. Тупой я что ли совсем или что? Мне сказали, не ставить. Документов нет никаких на забор. Убирай его нахуй. Убирай, что ты тут. Че вы с женщиной воюете, а? Че вы с женщиной воюете? Вас тоже измазали. Вот, пожалуйста, куртка тоже вся испачкана. Вот, тоже девушку измазали всю. У кого? Да, где это? Не, у толстого нет. Нормально. У него термобелье такое. И тебе хотели заработать. Надо в центральное УВД вот позвонить вот. И пусть приезжают. Вот именно, пускай приезжают, если местной полиции не может это самое что-то делать. Николай сказал, что сейчас он их заберет всех. Ну давай, никого не забирает, вот они все стоят. Ну сейчас за ухо заведет и потом Нет, это самое. Вот они все стоят, никого не забрали. Понимаешь? Я сказал, вон, наверное, идут, сейчас заберут. А, вот полиция идет, вот. Давайте спать, отдыхать. Жене к родной. Так, все, тихо, полиция идет. Полиция идет, давай. Полиция идет. Что такое происходит? Вот полиция идет. Ну, это же незаконно, мы выяснили. А что за рогатки здесь стоят? Ну, а с какой целью их выставили вообще? По какому праву?
Давай центральный ОВД куда-то. Шайка бандюков стоит, людей пачкает, непонятно. Неизвестных людей, при том, неизвестные люди тут стоят, без документов. Кто они, что они? А может, на ФСБ позвонить? Пообещали, это не значит заберут. Понимаешь ты? Или... Это может там... Радиоактивная музыка. Вот, да, кстати. Вы что, что это? Пускай Следственный комитет приезжает и проверяет. Что здесь такого? Шайка бандюков. А вот, кстати, общественный этот самый бордюр. Сломан. Вон его целые какие-нибудь. Это они выдернули? Это оттуда? Сереж, у тебя работает? Да. Собянин, рублевку застраивай, бетонируй ее там. Ставь у себя на огороде небоскребики. Там на дачу, он говорит, дорогой, там миллионы на эти. Да, вот эти вот бордюрчики, бордюрчики на огороде, курятник собянин. Да какой он дорогой, здесь бетон, здесь один мешок этого самого смеси. Ну, а вы посмотрите на отчеты. Ну, отчет это одно собой, а так он стоит от силы 20, сколько там, сколько стоит мешок там? Да нет, снова обратно меньше. Один вот этот? Да, соберите, сдайте Собянину обратно. Так, ты знаешь, сколько можно понаделать? Так, что вы денег? Ребята, вы наделали. Кто же у вас их купит? А что они хотят-то? Приедут? Они говорят, ждут автобус. Что-то у меня заболел. У нас фильм стоял два. Ё-моё, а что здесь такое-то, не пойму. Они вон пытаются чуть-чуть закрыться. Как вы давайте общее заявление напишем коллективное. Там что за молодежь? А, типа масса? О, ёмка. Ну сними хоть живого депутата-то, а тот не видел ни разу. Обратно акробаты, понятно. Организаторы. Остальные. А что-то так всех поснимал. А вы? Вот, вы не грязный, господин? Поснимал всех. У меня есть, он вверх держу в руках. Так, тихо. Да вон можно в магазин зайти. Или что это? Да на Жигуле он. Ручку кто найдет? Дайте ручку. Ручку. Жители тоже. Те, кто не живет, да, поэтому это просто так спорят, да? Все свои понимают. И никто не понимает. Где жить? Я считаю, что... Едем на машине. Хотя хочешь что-нибудь взять, суммировать, и сказать, так, ребят, вот смотрите, здесь мы нарушаем год закона. Жителям это мешает. Если бы не просто, мы больше пусть избежать ситуации, когда просто жители прочь, потому что мы просто не хотим. Просто не хотим. То есть такие аргументы сейчас не работают. Ну, слушайте, мы только не дают. Да, у
Я пока время прекращаю, пока ничего не происходит. Ладно, до свидания. Пока прекращаем.